Маленькая книга «Зеленая жизнь» расскажет о том, какой вред люди наносят окружающей среде. От методов ведения сельского хозяйства до консюмеризма. Ужасающие факты, неочевидные теории и проверенные советы, которые позволят внести вклад в развитие нашей планеты. Книга поможет сделать каждый аспект жизни более дружественным к природе. Интересуюсь темой осознанного потребления. Книга понравилась. Я даже не задумывался о том, какой урон мы наносим планете. Под впечатлением теперь. Каждый из нас способен снизить негативное влияние на окружающую среду, создавая как можно меньше мусора. В основе концепции быта без отходов лежит принцип осознанного потребления. Разобраться в мировом тренде и безболезненно сменить образ жизни поможет экотренер Яна Патрекий. Вместе с автором вы пройдете путь от теории к практике и внесете вклад в чистоту нашей планеты. Я теперь буду сортировать мусор, уже думаю, как организовать этот процесс. Книга написана понятным и легким языком, поймет даже подросток. Рыбы не просто живые существа, это индивидуумы, обладающие личностью и строящие отношения с другими. Они могут учиться воспринимать информацию и изобретать новое, успокаивать друг друга и строить планы на будущее. Они способны получать удовольствие, находиться в игривом настроении, ощущать страх, боль и радость. Более подробно о необычном мире рыб вы узнаете из книги Джонатана Балкомба. Это просто потрясающее издание. Я столько нового узнала. Рыба – друг человека, определенно.